Сейчас света нет, лифт фактически не работает. Ну, даже когда свет есть, соответственно, в квартирах, то лифт все равно не работает. Павел Кочетов почти полгода живет в доме, где не работает лифт и постоянно отключают электричество. Свою квартиру в Абакане они с мамой продали, переехали в Красноярск и почти 7 лет скитались по съемным квартирам. Так что даже такое жилье парень считает подарком. Дом сдали с черновой отделкой, так что ремонт пришлось сделать за свой счет. Работобригады и стройматериалы обошлись 700 тысяч рублей. Отдельной строкой в прайсе рабочих значился пункт «Подъем на 9-й этаж». Пришлось изрядно переплатить из-за отсутствия лифта. Но и на этом проблемы с домом не закончились. Нет света. Банально. Обещали в 3 часа дня. Да? Здесь очень интересная система отопления. В дом поступает холодная вода. В подвале стоит бойлер, он нагревает воду, по-моему, до 60 градусов. И весь интерес в том, что когда отключают электричество, как сегодня, то нет ни горячей воды и нет отопления. Этот дом должен был сдаться еще в 2009 году, но заселиться сюда дольщики смогли только в этом году. Причем дом сдался с черновой отделкой, поэтому ремонт жителям пришлось делать за свой счет. Но и тут возникли сложности. Лифт не работает, а электричество постоянно выключают. Застройщик дома, компания «Стройтехника», обанкротилась. Здание успели возвести до 4-го этажа. За доплату в несколько сот тысяч рублей другой подрядчик согласился достроить дом. Но вот с лифтом возникли сложности, поскольку электричество подключили по временной схеме и заявили, что это временно. Вот только сроки постоянно сдвигаются. Сначала конец лета, потом сентябрь, потом начало ноября. Теперь уже 2 недели, говорят в ресурсоснабжающей организации. Сегодня разбираться с проблемой приехал депутат законодательного собрания. Буквально в понедельник мы это все осмыслим, эти документы, так? И во вторник состоится встреча юристов с той стороны, инициативной группы, юристов законодательного собрания края, попрошу, чтобы тоже оказали соответствующую юридическую помощь. Самое главное, на мой взгляд, правильно подсказали, и сами те, кто заинтересован достраивать, я имею в виду с компанией, да, строительной, то, чтобы осуществить должный толчок. Сейчас вопрос стоит в том, чтобы подключить электроэнергию по постоянной схеме. В МРСК Сибири сегодня рассказали, что все произойдет со дня на день. Ресурсоснабженцы заявляют, дом ввели в эксплуатацию раньше срока именно по просьбам жильцов. И вот спустя больше чем полгода люди наконец дождутся желаемого комфорта. Ирина Денисенко, Эдуард Баглай, Афонтово. Новости.